Фундамент сделан из бруса. Брус стоит на арт-блоках. И чтобы защитить брус от гнили, обработан два раза специальным составом. Название не помню. Так. Изнутри. Где грядки, ну, в общем, по периметру изнутри и снаружи брус обшит профнастилом. Куски остались от крыши, когда делали. И вот таким вот образом. Таким вот образом обделались. Ну и снаружи, с той стороны, то же самое. В теплице имеется две двери с торцов, две форточки с каждой из сторон. Здесь еще будет натянута проволока для подвязывания помидоров. У нас тут с одной стороны помидоры садили, вот. С другой тоже немножко помидоров. Ну и огурчики вот маленькие. Ну тут и трава, вся ерунда. Посередине у нас вот такая вот тротуарная плитка 50 на 50. Теплица размеры 3 на 6. Бортики теплицы. Ой, бортики грядок сделаны доска дюймовка. Обшита с этой стороны полностью. С этой стороны концы как бы вот степлером, скобами заделаны. Специальная пленка. Этой пленкой вот газовые трубы как бы изолируют от коррозии. Вот такой же пленочкой это сделано. Для того, чтобы доска не гнила. Вот тут же такой вот коленкор. Тут также перекручено. Колышек тоже. Чтоб ровно было. Но вот эту еще ровную часть сделали ровной. Там вот не получилось. Тут немножко как бы это. Так, ну а тут у нас видно, что вот эти блоки. Тут блоки. Блок. Тут блок. Там блок. Как будет посадка идти? Ну, просадка, так сказать, самой теплицы. Общий вес теплицы 100 килограмм, чуть с небольшим. Такая вот теплица.